Всем чао! С вами Арсен Мамбетов, ну и на канале Андрей Мамбетов. Чао, мы сегодня будем, как всегда, отрываться по полной! Ю-ху! Так, заезжаем на трассу. На трассу номер один, тут мы свернем, тут без шлема когда-то нельзя. У меня сегодня шлем, и погнали уже сразу! Держит, кто-то катается. Чао! Ага, тут все катаются. Ножки видно начинается. А он уже начался, везде уже капает. Даже по моему шлему уже капает. Так, сюда заползаем, потом сюда. И-и-фу! Сюда, на горочку. И-ху. Для дождива какая? Не, никто никогда не будет мешать снимать ролик. А сейчас это будет. Сейчас это прямо сейчас будет. Яху! Крути-вертим, крути-вертим, крути-бутим. Не нужно, я опять сегодня буду что-то мутить. Но кажется, я буду мутить прикольные штуки. Крути-вертим, крути-вертим. Яху! Ха-ха! Крути-вертим, крути-вертим. Сальтуха! Яху! Ха-ха! Яху! Теперь с подгрузочкой. Смешная у меня контузия. Яху! А контузия это у меня веселенькая сейчас. Крути-вертим, крути-вертим. Улыбку от улыбки станет всем светлей. Как ты ползешь? О. Сильный тигр. Перчатки надо, чтобы не было больно рукам. Да, Арсен? Это просто дотянусь. У тебя там мозоли зарабатываются, да? Ну еще давай. Опа, не слетел. Угу, спортцентр. Иди, пожалуйста, занимайся чем хочешь. Хочешь велик, хочешь штанга, хочешь хоккей. О, какой комплекс хороший. Изумительный комплекс. Шкафчики, пришел, переоделся. Вот, все вообще гирю поломали. Пацаны тренируются. Станочек интересный. Лежачок. Вон какая штанга интересная из камня. Тяжелая. Там такая, ну да, такая. Нормальная, нелегкая. Так, этот гиря.
советских времен. Сколько здесь? 24 килограмма гирька. Ну, пожалуйста, все в открытом доступе. Иди занимайся. Все в открытом доступе. Пожалуйста. Очень здорово. Открытый спортзал. Если хочешь быть здоров, занимайся. Дарсен, если хочешь быть здоров, закаляйся. Ты там спрятался? Нет, нет, ладно. Ты иди там свой велик забей. BMX такая прикольная. Поедем на трассу, покатаемся по трассам BMX. Так что мы тут шлемчик оденем, без шлема не пустят. Ну, конечно же пустят, но говорят все время: оденьте, пожалуйста, шлем. Вежливо так. Ну, не будем нарушать традиции. Правила не будем нарушать. Ну все, поехали. Так, подкручу себе сиденье. Чуть повыше. Вот так вот. Повыше сиденье. И поедем кататься. Поедем на ту горку. На детском велосипеде. На детском лясе. Арсен, я на ту сторону поеду. Ой, что-то я не то накрутил. Не в ту сторону покрутил. И не смог забраться. Поедем. Спустимся здесь с лясиком. Лясик. Лясо. Прикольно. Подожди, мы настроим велик. Так, мне надо настроить скоростя. Так, нет, пониже. Так, сюда. Так, вторая. Так, вторая. О, так, чтобы не трогать его больше. Прикольно. Ух ты! Прикольно! Ух ты! Блин, вот эта штука мне показалась даже опасная чуть-чуть. Но веселая. О! Круто! Надо Арсенчика сюда позвать. Ему здесь очень понравится. Офигенно! Вообще что-то нереально крутое.
Езжай, взлетел, мелкие шпарят, мелкие шпарят, о, офигеть, вот здесь веселуха, круто, круто, мелкие катаются. Ух ты! Круто здесь, конечно, вообще огонь. Офигенно. Офигенно. Фух. Жесть. Ну-ка. Какой рисунок. Опаньки. Вот это парк классный. Прикол. Круто. Так, надо пойти Арсена позвать. Ага. Надо пойти Арсена дать велик Арсенчику. Он тут покатался, прикололся. Арсен, поехали. Там. Чего ты тут делаешь? Качаешься? Мышцы качаешь. Крутой спортсмен мой. Поехали, я тебе дам велик покатаешь, и там такие горки. Арсен. Нет, нет. Я понимаю, поехали на те асфальтные горки покатаешься. Там вообще шикарные, ты там вообще, во. Вот такие там, во, во. Давай. Поехали. Сюда поедем. Огонь. Красава. Офигенно. О, ё-моё. Ага. Классно. Класс. Жум. Практически не крутя педали, только чуть-чуть подкручивая. Классно. А-а-а.
Классно. Офигенно. Ладно. Хорош пока на сегодня здесь. О, спортзал. В полном разгаре. Какой-то...